Привет, дорогие мои. Как и обещал, маленький обзорчик, что какого говна удалось накупить на блошином рынке. Значит, вот такая сковородочка из нержавки. Причем нержавка такая толстая. Толстая. И, значит, можно на ней жарить, наверное. Не прогорит долго. И тяжелая она. Рыбку пожарить там, еще что-нибудь. 50 рублей. Так, что еще? Метчик. Мечики, правда, дорогие. 18 на 2,5 нужен был. Ну, рублей 30 я, наверное, за него отдал. Топор. Вот такой топор. Еще брежневских времен, значит, Советского Союза. Ну, не мог я мимо него пройти, хотя топоров дофига. Ну, просто понравился вот. Ну, в общем, классно сделанный топор. Все услышали звук такой чистый, приятный. Хорошо откован. Ну и металл, наверное, не очень плохой. В общем-то, даже и бак там какой-то стоит, какой-то завод. Чего-то такое. Не разобрал. Ну, не важно. Так, теперь следующее. Чайничек. Вот такой. Ну, там я его показывал уже в предыдущем обзоре. Такой чайничек. Носиком, крышечкой. Вот, бабушка мне его отдала за 200 рублей. С удовольствием. Вот в поход тоже такой взял, наверное, литр на 2,5, наверное, чайничка. Так, теперь что тут? По мелочи, значит. БУ колотушки под печати. Ну, естественно, без печати, просто сами по себе. Значит, в магазине они сейчас около 200 рублей. Значит, тут было под 5 рублей. Вот колотушки они постоянно, значит, требуется. Значит, теперь стеклорез масляный, масло керосино наполняемое. В общем-то, профессиональный инструмент, на самом деле. Мастер, не знаю, сколько он сейчас стоит, но дорого, наверное. Вот мне его отдали за 50 рублей там. Так, и ножницы, всевозможные ножницы, в общем-то, и все. Ножницы приблизительно по 30 рублей, но тоже пройти не мог, потому что это еще вот советская сталь. Они всякие-всякие разные. Вот таким образом. Все. Спасибо огромное. Приезжайте к нам на блошиный рынок.